Как сварить походный компот? Привет! Вы смотрите канал Виктора Рогова. В походах часто встречаются лесные ягоды. Черника, голубика, морожка, малина, смородина, костяника и другие. Из них можно сварить вкусный компот, который разнообразит походный рацион. Ну, обычно нужно взять воды в 3-5 раз больше, чем объем ягод. Вот здесь вот у меня примерно пол-литра заполярной смородины. А в котелке примерно 1,5 литра воды. Чтобы сохранить больше витаминов, сначала нужно воду прокипятить в соответствии с правилами дезинфекции, а уже потом добавлять туда ягоды. Варить компот нужен минут примерно 5, ну, пока ягоды не всплывут. Больше 5 минут кипятить нет смысла. Навар и так получится вкусный, а если кипятить долго, то уже там витамины будут сильно разрушаться. Ну вот, ягоды уже всплывают. Сейчас начнется кипение. Компот сварился. Теперь его можно снимать, чтобы он остыл. Немножко нужно подождать, когда ягоды опустятся на дно, большей частью. Для ускорения остывания можно поставить в ручеек, в речку, в море. Только не забывайте про прилив. Через 5-10 минут, когда ягоды опустились на дно, можно осторожно компот слить. И добавить сахар или сахарозаменитель по вкусу. Этот напиток хорошо использовать во время движения. Для этого его нужно разлить в бутылке и положить на дно моря, речки, ручейка, чтобы они хорошо остыли. Вот ягоды можно использовать любые, какие только удается найти в походных условиях. Хорошо. А из чего вы любите компот варить? В следующий раз надо будет чернично-голубичный сделать. Этот смородина его довольно-таки кислый. С вами был Виктор Рогов. До встречи в следующих роликах на походную тему.